И всем привет! У микрофона вещает снова я, Равик, и да, в этом видосе мы снова поиграем в PUBG Mobile White. Но в этом видосе мы зайдем уже на Санук и посмотрим, как он выглядит в PUBG Mobile White. Напоминаю, что... вы выполнили условия прошлого видоса, вы набрали больше 100 лайков и набрали около 5000 просмотров. Я не знаю, чем вам так понравился PUBG Mobile White. Скорее всего, у кого-то кто-то пустил слезу. Кому-то это напомнило аудовые времена, но White нам не дает поставить максимальную графику, из-за того, что телефон слишком современный, он не внесен, скорее всего, в базу. Ну, все равно игра выглядит довольно играбельно, поэтому зайдем на Санук и посмотрим, как он сейчас выглядит. С тебя, если ты хочешь продолжение контента, чтобы я снимал вообще, PUBG уже прижился на канале, начиная от White, заканчивая New State, очень много подписчиков с этих видосов, поэтому я не прекращу снимать PUBG. С тебя лайк, подписка. Мы приступим. Итак, вот такой вот красивый скин на медвежонка у меня есть. А здесь у нас осенний Санук. То есть местное представление Санук — это у нас осень. На буткемп мы долетим. Посмотрим, кто сейчас с нами играет. Топы самолета, кто у нас здесь. Отлично, нам показывают реальных игроков. Обычно тебя могут закинуть с ботами. Здесь же проблем таких нет. Вот один с ройл-пасом у нас есть. Долетим до будки или не долетим? Вот это мне интересно. Напротив будки вот так встанем. Я надеюсь, мы долетим. Погнали. Летим в буткемп. Потому что там всегда мясо. Тиммейты мои не разговорчивые. Но нам все равно. Мы летим на буткемп. Там лут всегда круче. Ну и типов бывает обычно много. Блин, забыл загрузить все данные. На самом деле у меня красивый парашют есть. Ага, никого здесь не вижу. Мишка — это с боевого пропуска. Я здесь ранее донатил. Куда так высоко меня высадил? Побежали, наверное, сразу пойдем лутаться здесь. Залутаем. Ох, какой ветер у меня сейчас за окном. На будку смысла сейчас нету, если там никого нету. Опа, первая ппшка наша. Гроза. Это у нас стреляются боты. Где у нас стреляются боты? Вон там вот стреляются боты. Вон там вот где-то стреляются боты. Так, наше дело сейчас залутаться. Нормально так залутаться, чтобы занять мой топ-1. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты чё, малыш? Ты на кого попёр? Вся... Ты лоу хп. А две головы с грозы — это ничего, да, игра? А как понимать? Две головы с грозы. Две головы с грозы. Надеюсь, эта катка выдастся легкой, потому что... Будет обидно, если я эту не смогу топ-1 забрать. Летим, получается, на будку. Отлично. Одни из первых туда дропнемся, и я думаю, легко будет. Без проблем. Нам что-то подлутать. Прям на будку дропнемся. Типов рядом, по-моему, нет. Никто не упал. Самолет летит. Вроде никого нет, поэтому все хорошо. Без каких-либо проблем сейчас залутаемся. Ну да, здесь таких жестких типов нет, походу. Проблема в последнее время с Лайтом. Он постоянно что-то подгружает. Вот. О, остановился. Я его напугал. Это мой УАЗик красный. Ты дурак, что ли? Что делаешь? О. Первая жертва. Все, уезжаем. Мне здесь не рады. Вот так вот. А тебя ломаем. Главное, чтобы меня сейчас никто не увидел, не услышал, не убил. Вот здесь на самом деле типы могут быть. Вот здесь вот. Я понял, что разрабы давно болт положили на игру, но... Блин. Сервера хотя бы поддерживаются адекватно.
Аук. Отлично, на самом деле имба оружие. Ты откуда стреляешь? А. Он еще один. Отлично. И он не умер даже. Все, двоих забрали. Первые два кива, наверное, на санке. Ой. Кто же это по мне зажимает? Больше никто. Ты не умер? Ты че? Не пугай меня так. Похилимся. Все отлично. Залутались. Теперь у меня есть патроны на имбовый томиган. А это мой. Нашел. Отлично, минус один. А водка взлетела. Давайте ему шину проткнем. Уехал. Так, больше здесь никого нет, надо в зону двигаться. Я видел. Без отдачи вообще. Просто вообще без отдачи. Вот, если я не контролирую отдачу, как он стреляет. А, вон нашел, кстати. А, нет. Вот. А, нашел. Все, еще два типа осталось. Вот, без контроля отдачи, как он стреляет. Потому что я слышал, здесь какие-то конфиги есть. Мог тебя за читера понять, типа, этот принять. И да, это первый топ-1 вообще в лайте, скорее всего. Потому что в прошлом видосе я не взял топ-1. На самом деле, если издалека играть, я так подумал. Нормально выглядит еще. Можно играть.